До 2019 года в республике в рамках программы «Нурлы-Жол» планируется реализовать 17 проектов, из них 16 в транспортной отрасли и один проект по вопросам кредитного жилья и защиты долевых вкладов. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию. По словам Жениса Касымбека, с начала строительства автодороги Западная Европа-Западный Китай уже завершены работы на более чем 2000 километрах и открыто движение на участках от Шымкента до границы России и Тараз-Алматы. Сейчас продолжаются работы на участках Алматы-Харгос, Шымкент-Ташкент и Шымкент-Жамбылская область. Ведутся работы и по проектам Центр-Юг, Центр-Восток и Центр-Запад. На реализацию данных проектов в рамках госпрограммы «Нурлы-Жол» в 2016 году выделено 349,7 миллиарда тенге. Из них из национального фонда 171,3 миллиарда. На сегодняшний день освоено 64%. Это 222,7 миллиарда тенге. Еще предстоит освоить 127 миллиардов тенге.